Дядь, дай пройти. Ну дай пройти. Ты меня вынуждаешь вот вести себя. В смысле? Серьезно? Это они меня вообще, походу, шокером там лупенят и сюда отжиматься приволакивают. Да вы еще гоните. Слушай, ну ты строгий. Вот так вот. А вы смотрите Perpetuous Play. Меня зовут Саша, и мы продолжаем играть Dragon Age. Так, мы, значит, на балу. Ну, тут позади я вроде все уже выполнил. Давайте на сам бал открыть ворота. Инквизитор, разрешение отвлечь вас. Я уверен, что вы знаете, как общаться с аристократами. Но здешняя игра совсем не похожа. Ну, понятное дело, не похожа на интриги. Сплошные интриги здесь будут 100%. И жест, и слово будут важны, естественно. Я буду осторожнее. Забавные ребята. Их-нибудь забавные ребята. Разве они не очаровательны? Да, там парочку я уже обещал прирезать. Что напоминает? Порочную добродетель. Когда встретите императрицу, глаза всего... Да перестань! Да я тебя прошу! Да, Жозефина, что такое рассказываешь мне? Давай-ка... Веселый у тебя мысль. You are just full of joy and light this evening. Everything will be fine. Да ради бога, все будет ок. Хранит. Так и знал. Молодцом. Жозефина, ну ты чувствуешь от меня натерпишься сегодня. Понимаете ли. И естественно загрузка. Тик. Что у нас тут с балом? С бальчиком. Зимний дворец, значит, добрались таки. Пардон. Мадам, сама судьба меня к вам привела. Что вы бледные такие? Серьезно? А, это она тут деньги зарабатывает. Ну, знаете, как вот эти ребята, которые стоят, не двигаясь. Вот. И серебряной краской покрытые. Кстати, яйца от этой краски не отвалятся. Ну, ей-то не грозит, а ему. Он, в принципе, далеко стоит. Токсичность не должна его достать. Так, что здесь такое у нас? А что за... Что за манера? На уровне, извините, причиндалов тут это самое, замки. Как-то навевает на какие-то странные мысли. Чем они открывают эти двери? Так, вестибюль. Ребят, вас никто не учил вообще на лестнице не стоять, а? Вы что, в метро не ездите, что ли? Ё-моё. Инквизиторам тут, конечно, не место, это факт. Варик, ты сюда прорвался? Калин? Кассандра? А где вы были, когда я там шарился? Не, погодите с вами, я успею. Мы тут с дворянами пообщаемся. Слышь, ты рогатый. Ну дай, скажи мне что-нибудь. Алло, а что ты в броне, а? Не отвечает вообще. Игнорирует, подонок. Сад у них там, говорят. А здесь красиво так. Красиво. Это двуручное весло, да? В смысле, он дышит? Да ладно. Показалось мне? Да нет, ну как же. Только что как будто пар изо рта пошел. Или это у меня глюки, либо игра пошутила. Императорское крыло? А чего это? Мне нельзя в императорское крыло? Ключ надо? Хорошо, мы поищем. Так. Понятно, у вас тут свои терки. Что? Зимний дворец. Большая библиотека. Хлама какого-то. Библиотека хлама. Ну ладно. Открыто, закрыто. Закрыто, а это что? Это большая библиотека, это малая, что ли? Или тут две двери? Настолько большая, что только двумя
дверями можно объяснить это. Так, ну что? О, а что это у вас на голове, коробка с-под торта? Или жабо на макушке? Дворянин, в этот раз ты поговоришь со мной? Ладно, ребята, будем с вами говорить, потому что тут, судя по всему, со мной никто больше говорить не хочет. И ничего тут нету, ключиков не найти. Ладно, Варик, давай с тобой. Проклятие, что? В смысле? Да, хорошо. Если что, я тебя не видел. Ладно, никто со мной вообще не хочет здесь говорить. Даже мои ребята меня просто игнорируют. Делают вид, что меня нет. Вообще, они меня не узнали, кто это такой. Это Жозефина всех подговорила, сказала, что он будет дурагонить и беса гнать. Я знаю. Во, кланяйтесь и мне. Все носатые. Давай, Буратино. Что ты залип? А у тебя там что-то прилипло. Это кто-то тебе написал, это самое, дурак и на спину прилепил, что ли? О, достал. Ну, давайте. Также прибыли. Герцог Гаспар де Шалон. Шалон такой прибыл, а? Лорд Инквизитор Тревельян. Сын Бана Тревельяна из Острика. Нифига себе, я даже не знал, что мы такие вообще знатные. О, Банна. Принцесса Китана пришла со своим убийственным веером. Давайте-ка нанесем ей визит прямо через весь бал. Алло, ребята, а че я хожу? Я хочу бежать. Че я хожу-то? Видели их лица незабываемо. Я бы тебе сейчас бы показал бы лицо. Разбил бы только так. А он с ножом. Алло. Этот придурок, ты с ножом. И он идет, как будто у него костыли кто-то украл. Пентагаст. О, кузина. Дорогая сестра, блин. Великий герцог, ваше присутствие для нас просто вообще обделки не стать крады. Не будем тратить время на обмен любезностями, Селина. Нам нужно закончить разговор. Встретимся для переговоров после того, как поприветствуем гостей. О, Банна, как он тут раскланялся. Инквизитор. Лорд Инквизитор, приветствуем вас в Зимнем дворце. Да. Позвольте представить вам нашу кузину, великую герцогиню Лаицкую, без которой не состоялся херни. О, а что это вы у нас, скинхед, что ли? Герцогиня, вас видно весь ваш хлебальник за маской, если что. Ваше прибытие ко двору воистину как прохладный бриз в жаркий день. Это честь для меня, погода может и перемениться. Здесь есть убийца. А погода-то перемениться можно. Давайте будем балагурить. Расположение двора пятерочка. У меня было 10 или сколько? Даже самые мудрые порой ошибаются. В природе ветра. Какие у вас впечатления от хлама этого? Не могу оценить его по заслугам. Здесь прекрасно. Остановите бал. Ну что, мы будем останавливать бал? Может быть, сейчас веселиться начнем. Боюсь, у меня нет слов, не хватит их. В хламе вашем так много прекрасного хлама другого. Ваш скромный сделает вам честь и говорит только в вашу пользу, в общем. Бальная зала. Мы надеемся, что вы будете танцевать. Ну как сказать, я как бы танцор не особо, но ладно. Инквизитор. Знакомое лицо, слушайте. Знакомое лицо, чего-то я не помню ее. Расскажи мне, Ивет. А... И куда она делась? Ну, Жозефина, это, конечно, хорошо. Кто у вас здесь? Есть где-нибудь ключик от этого? От библиотеки? Вообще, время позднее, походу 3 часа ночи. Надо бы в библиотеку сходить. Мамзели, а что это вы стоите, типа? Платочки в руках теребя. Никто на танец не приглашает, что ли? А, опять это с коробкой на голове. Так, я тут мог пройти, если бы не ваши жопы толстые. Так.
Ну серьезно, ключика нет, не будет. Ладно, давайте с кем-нибудь побазарим. О, Каллен, тебя тут окружили. Прям взяли в это самое, в плен. Инквизитор, что вам нужно? Чем скорее мы обнаружим лазутчик, тем лучше. Не буду отвлекать. Я-то думал, мы тут гуляем, веселимся, танцуем. А мы-то, оказывается, лазучка еще. Хорошо. Вот она, вдова. Совет. Вы могли поговорить позже, инквизитор. Да, вдова, конечно, не особо разговорчивая. О, вестибюль. Это я отсюда приперся из вестибюля уже, да? Опа, шифровка. Об Орлесианском театре. Ой, не. Об театре Орлесианском читать там. А там явно была дышащая, кстати, статуя мужика этого. Какой дриблинг просто. Между вами всеми. Так, с кем я тут хотел еще поговорить? Жозефина. Что ты скажешь? О, Жозефина. Это он? Да, это он. Это он. Кто он? Милорд Инквизитор, позвольте представить вам мою младшую сестру Иветту. Габриэла Монтелье, покажи лицо, что ли. Рад знакомству. Еще одна леди Монтелье? Хихикает. Милорд Инквизитор, я ужасно много слышал о вас, но хочу еще больше. Что ты хочешь еще больше? Жозефина пишет «Домой». Но не приезжает. Правда, что вы нашли красных храмовников, которые приносили в жертву еретиков и... Пили кровь живых... Да. Ивет? Все в Антиве так говорят. Это правда? Это чистейшее. Чистейшее. Я это сам сказал просто даже. Тут я не мог никаких других вариантов выбрать. Целый ковер черепов просто. Ой, какой ужас. Какой восторг у меня этот ужас вызывает. Счастливо, мамзель. Да. До следующего раза. Итак... Дай пройти. Ну дай пройти. Ты меня вынуждаешь вот вести себя. В смысле? Серьезно? Это они меня вообще походу шокером там лупенят и сюда отжиматься приволакивают. Да вообще гоните. Слушай, ну ты строгий. Это типа там бал и нельзя туда шагать. А если я так сделаю? И на это место притянули. Как будто ничего не случилось. Как будто я не заметил. Даже... Эй! Кому ты машешь? Серьезно? Кому ты машешь? Лазутчику? Он спиной, он жопой к тебе стоит. Слушай. Кому она махала там? Ладно. Вываливаем отсюда. А то нас тут ложат мордой в пол. Ну серьезно. Прям маски-шоу какие-то устраивают. Натуральные. Кошмар. О, отлично. Как раз хотела поймать вас. Не надо меня ловить. Что сказал герцог? Указывает на посла Бриалу. Посол Бриала что-то задумала, но на ней я бы не стал зацикливаться. Опаснее всего для Селины ее собственное кто? Императрица увлечена всяким мистицизмом, предсказанием будущего, разговорами с мертвыми, всякой херней подобной. У нее есть советница по оккультизму, отступница, которая непонятным образом очаровала императрицу и всех при дворе. Мне довелось иметь с ней дело. Она бессовестна и способна на все. Это она. Все, идем ее убивать. Магический контроль над разумом, в этом стоит разобраться, нужно было сказать раньше. Действительно, нужно было сказать раньше, ты что молчала, ржуха? Вам следовало мне сказать. Я не подозревал ее, пока мы не прибыли. Когда я последний раз была при дворе, она была просто домашней зверушкой Селины. Никому и дела до нее не было. Живой человек зверушкой был? А теперь у нее множество могущественных друзей. Весьма неожиданная перемена. К ней стоит присмотреться. Я здесь ни в чем не... Понятно. Все указывает на гостевое крыло. С него и начнем. Я переговорю с нашими шпионами, пытаюсь узнать еще что-нибудь, если понадобится. Да.
Так это, оказывается, Лилиана. Я в первый раз как-то даже ее без капюшона и не узнал. Серьезно. Лилек. Завтра... О, вот это мне сюда. Что, оборотень, что ли? Ну и рожа какая-то отвратительная. Открывай. Где ключ от зала этого? Что? Что? Только что что-то сверкнуло. Алло. Я видел. Нет? Обознался? Это что такое? Марафет-предатель. Дайте взглянуть в марафет-предателю. На его марафет. Расположение двора теряем мы, да? Слуг эльфов надо внимательно слушать. Ладно. Экспонаты Зимнего дворца. Триумф века дракона. Ух ты. Прикольно. На Кассандру похоже. Ни хера не видно. Кто там? Опа. Эльф. Ставьте нас двоих. Ты че, издеваешься? Тебя прирезать? Куда пошла? А я тебя послушаю. Ивас. Ах ты, сука. Ах ты, сука. Я слушаю. Я незаметно слушаю. Да? Ну, если прочесть табличку, я слушаю. Тут, понимаю. Ливас. О. Да пошла в жопу, блин. Сейчас прирежу. Голыми руками задушу. Опа-па. А ну-ка. Я их довел до белого колена, короче. Пакет в гостевом крыле. Верхняя комната. Который выходит в сад? Татуэтка? Понял. Слышите вы? Шепчутся они. Да пошли нахер. Так. Ну что? А это гостевое? А где второй этаж? Это наглая морда вот эта. Царская. Хм. Император рода Валимон. Жудика. А! Вот это Жудикаэль. Что он вообще какой-то бухарь, просто какой-то алкаш. Серьезно, Шевчук лучше сейчас выглядит. Опа! Ушки погреем сейчас. А ну-ка. Они в конце этого всего дела будут вообще красные, такие раскаленные. И что? Учту. Скандальный секрет нам надо читать. Да вы гоните. Ребята, я чувствую себя лишним на этом празднике жизни. Милорд? Милорд Инквизитор. Могу я поговорить с вами за очень важное? Императрица поручила передать вам послание. Ирзва, я вам поверю. Как я пойму, что это правда? Я только что говорил с ней и рад услышать весь... Я только что с ней беседовал, вообще-то. Да. О, она не могла говорить открыто на виду у всего двора, милорд инквизитор. Императрица Селина рада помочь вестнику Андраста в его святом начинании. Она обещает полную поддержку инквизиции, как только будет побежден узурпатор Гаспар. А сделать это нужно мне, естественно, да? Как мило с ее стороны. All she wants in return is for me to help her defeat the Duke. Да. О, это вовсе не сделка, милорд инквизитор. Поддержка императрицы ни в коем случае не условна. Она будет вашей, как только закончатся переговоры. Императрица – самый умелый дипломат Тедас. У Гаспара нет никаких шансов. Но мы уже отняли слишком много вашего времени. Пожалуйста, наслаждайтесь маскарадом, милорд. Я знаю, почему она так сказала. Потому что у меня красный камзол. А на красном камзоле кровь будет намного менее заметна. Оба-на, я думал, это меч. А ну-ка, сыграй что-нибудь. А, это женщина? Подождите, я еще не могу понять. Да я на тебя взгляну-то. Короче, какой-то трансвестит, блин. Хрен поймешь. Так, слышишь, что тут шепчемся, да? Ах, частная. Сейчас я найду место, и она будет злосчастная. Где тут слушать-то надо? О, интересно. А ну-ка.
Послушаем. Позади. Нет. Я совершенно уверен, что видел кровь на плитке. Шерлока Холмса играть был. Гаспар и эта эльфийка единственная, кто играет ради победы. Лина. Понятно. Что у вас тут в мешках? Паярок. И еще? Только потому, что вам нравится питомец отступник. Что-то про малификаров. Да почему так быстро пропадает? Я ни хрена не успеваю прочесть. Я думаю, их нужно призвать к ответу. Кого? Ладно, мы дважды в одном месте подслушали, ну ладно. Кто? А, вот это Гал. Ладно. То есть как забраться? О, у вас статуя утонула, ребята. Брось монетку, а ну-ка брось монетку. Фига себе, у меня 15 монеток должно быть. А у меня только одна. Опа. Греем. Да. Еще бы. А ну-ка. Навостри ушки. Ну? А я до сих пор не знаю. Поделился бы, что ли? Ладно, давайте залезем, что ли. Второй этаж там, по крайней мере. Да-да. Экспонаты Зимнего дворца. Жалеющая дама. Здорово. Давайте-ка нырнем. Опа, опа. Как-то так-то. Показалось, что он под сеткой ползет. Расположение двора. Исследование дворцовых закоулков может принести пользу, но постарайтесь не отлучаться надолго. Ваше отсутствие будет замечено, и расположение двора ухудшит. Что вы гоните, а? Оно уже ухудшается, я вижу. Опа. Опа-па. А статуэтка Гауи здесь есть? Нету. Прошли. Взгляд. Похоронит. А, вот она большая библиотека. Погодите. Не такая уже и большая, кстати. О. Давайте ее здесь и заюзаем, наверное. Тайное любовное письмо. Или любопытное. Погодите-ка, погодите. Сейчас мы тут пошаримся. А ну-ка. Если расположение ниже плинтуса упадет, то что? Документы. Разведка в Халамширале. Зацепки Селина. Гаспар. Вопрос по-взрослому. Правда? Мы оба знаем, что те ресурсы, какими владеет Бриала, могут решить исход не только нашей войны, но и любой войны в принципе. И следует подчинить империи. Вряд ли ты будешь с этим спорить. Сейчас она большая угроза для Орлея. Чем что бы ни было, короче. Если мы с тобой объединим усилия, то лишим ее таких возможностей. Не думай, что она склонна вести переговоры. Не обманывай себя. Ты ее знаешь лучше прочих. И понимаешь, что это невозможно. Ну да. Ладно, есть тут что-то. Кошка насралась сюда. Ну, естественно, здесь лук равновесный, пиратский. И нахрен. О! А сидушка хорошая. Я думал, она только на том свете бывает. Не, она тут тоже есть. Опа. Оба-на. Иду по следу. А ну. Слушайте, потерял след как будто. Потянуть книгу, а ну-ка. Вот так вот, да? Что это такое? А. Открой двери эти. Точно. Отлично. Ну ладно, у нас еще нормально там этого расположения. Пошаримся здесь.
Это все фуфел. Кроме писем здесь ничего нету. Разведка Фоншерали зацепки. Леди М. Сегодня мне вы мне не понадобитесь. Стычка в императорском крыле убедила меня, что во дворце больше нет безопасных мест. Сомневаюсь, что мой кузен задействует магию, но не удивлюсь, если он спровоцирует новое нашествие, поскольку моя придворная чародейка мне сегодня не помогает. Рассчитываю целиком полностью на вас. Больше я не могу никому доверять. Элина. О! Мы что-то увидим здесь? Давайте побегаем, конечно. По килочкам-то. Легкая урна. Вот так вот. Это неправильный порядок, да? Как определить, какая из вас первая? Это она второго? А, вот он. Понятно. А, ну ладно. Раз так. Потом Ревилия, потом, наверное, вот это. Жудикаэля. Нет. Неверно. Ладно, что, вряд, что ли? Да нет, вряд ли. Давайте сюда. Жудикаэля первого. Хрен. Нет, точно вряд, да? Давай эту. Так и знал. Так и знал. Вот беготня вот это вот всякая. Давай пробуем вот эту. И вот, вот надо же, а сейчас надо угадать, чтобы и третий раз не бегать. Или четвертый. Я имею в виду после этой. Какая из тех двух? Жди Кейля? Нет, наверное, вот это. Да ты гонишь! Ларчик просто открывался, а я думал, надо будет бегать, а нет. Давай! Вот, все, давай. Что открылось? Ух ты! Подвальное помещение открылось. Текс. Морочащая бомба какая-то. А ну-ка здесь. Острый мачет. Ну ладно, будет чем пошинковать вас на балу. Острым мачетом. Отменное острие посоха магистра. Прикольно. Кое-что уже. Улучшенный пояс защиты от дальних дальнобойных атак. Так. Вот это, кстати, тоже неплохое кресло. А больше ничего? Где руну взять-то, а? А, если... А ну-ка, выбрось факел. Можно выбросить? Нельзя. Надо, короче, возвращаться, а то они заподозрят. Я туда вхожу уже, в принципе, без факела, да? Ну, понятно. Секретное что-то там разрешение какое-то. Или разведывательная инфа. Что-то, короче, важное. По ноже куртки чародея. Ладно. Здесь этого ничего не было, или я здесь не был вообще? Шляпа. Рыцаря чародея. Ну ладно. Продадим. Понятно. Взятка. Взяли взятку. Здорово. А-а-а. Вот так вот, да? Давайте с кем-нибудь побазарим, поднимем расположение. Ребят.
Вот так вот. А в смысле, тут же был кто-то? А, это с тобой, Кассандра? А ну-ка. Этот бал просто трата времени, я тебя понимаю. Как и все остальные аристократские ублюдочные развлечения. Да, потанцуем. Не, не теряй дикую. Я вообще думал к Лилиане подкатить. Не будь настороже. Чем скорее мы отсюда уедем, тем лучше. А то Кассандра, она нормальная, но она мужичка какая-то, ну серьезно. А Лилиана, она более-менее. Правда, в ней вечно какие-то заговоры. В смысле, зачем загрузка? Я без загрузки мог обойтись. Же, вроде. Или нет? Не знаю. Я мог. Игра не смогла. Сэр Онорин Шастен, шевалье в Эмпар. Тут по-прежнему объявляют. Опа. Другая сторона закрыта. Ну, с этим я уже говорил. Слушайте, нормальное у вас такое пальто. Без рукавов, но все-таки. Не, ну, все ясно. Никого здесь нету. Выметываемся отсюда. Лилиана, посмотрите на туфли леди Камбьен, отделаны жемчугом и изумрудами. А все эти пряжки, если ее бросить в озеро, они ее на дно утянут. Какая была бы потеря? Вас интересуют туфли? Где-то здесь прячется убийца из Тевинтера, вы беспокоитесь о пряжках на туфлях? Всех свои мелкие радости, блин. К тому же можно многое узнать по тому, как кто одевается. Золотые драгоценные камни на туфлях для танцев. А ведь их легко потерять, легко испачкать. Ее не волнует, что туфли можно потерять или испачкать. Вульгарная демонстрация собственного богатства. Но семья леди Камбьен недавно распродала все. У них остался титул. И ничего сверх того. Итак, откуда у Камбьен такие туфли? Что она сделала? Кого проспорила? Весьма полезные вопросы, правда? У меня есть кое-что. Что у меня есть? Кое-что. Не знаю, насколько это важно. Очень любопытно. Пусть и не поможет расследованию, но все равно пригодится. Я знал, Лилиана. Еще немного грязного белья, у нас будет влияние при дворе. Если что-нибудь найдешь еще, скажи мне об этом. Я хотел тебе подкатить, но ты холодная, как лед. Я всегда на чеку. Это многое объясняет. Короче, мы обменяли это на расположение. Давайте валить отсюда, с вестибюля этого. Точнее, вестибюль. Надо искать дальше. В действительности здесь дофига беготни. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Да. Тут кто-то бухал. Тайна раскрыта. We have confirmation. Give the signal. At once. У них есть подтверждение, давайте сигнал. Нифига себе. Какой сигнал, алло? Я так и не нашел там статуэтку туда. Да камон, Райт. Это все здорово. Обана. А кто это у вас тут кровью плевался? Послушать. Он не получил передачу. Прошло уже несколько часов. Он прошел крыло к слугам. Никто туда не выходил с этой ночью. Я скажу Бриале, что у нас проблема. Оба-на, вассал. А ну-ка, ты поссал там где-то?
Или должен был быть давно уже здесь. Развлекается с какой-нибудь служанкой, а мне приходится заниматься желчным Гаспаром. Филипп Балло. Очень некрасиво со стороны Филиппа убеждать его развеиваться. Да. Я же склоняюсь к тому, чтобы обо всем сообщить вдове. Давай, спали его. Именно сейчас, когда Гаспар угрожает убить весь совет. Да пожалуйста! Мы расположились-то четко. Ну-ка. Да, на, да, мне нравится. Это ваше первое... Да, мое первое появление. Леди Мерседес. Ну, Мерседес. А, вы записываете события бал? О, да. Это редчайшее событие. Первая встреча герцога и ее величества с момента начала войны. Даже если, упаси создатель, переговоры провалятся, это будет важный момент в истории империи. Да. Каковы ваши обязанности, а? Это типа повар спрашивает у повара, какова ваша профессия. Я отвечаю за исторические записи двора, я понял. Хорошо. В следующий раз встречайте, пожалуйста, меня с тортом. А то подставка под торт есть, а самого торта нет. Только, блин, расположение на нее потратил зря. Это что, это Посейдон, что ли? Или Геракл. Я не слышал, что Гаспар. Императорский стражник, а можно пройти? А. Вот, я как раз воспользуюсь запасным выходом. Нормально? А сюда можно? Да, нельзя. А сюда. Опа. Цилиндрическая печать. Ну и ну. Тя-тя! Что это за фигня такая? Разведка в Халамшрале зацепки. Клара, служанка с кухни, вошла в крыло прислуги по главной лестнице в 1:30. Вернон, младший садовник, вошел в крыло прислуги из зала 2:45. Софи, горничная, вошла в крыло прислуги из зала 3:22. Мариус Лакей вошел в крыло прислуги по главной лестнице 3:45. Из этого можно сделать один вывод. Оргия набирает обороты. Бриала, нам срочно нужна помощь. Что-то пошло не так. Что тут не так пошло? Там все так пошло как раз. Там так пошло, что ого-го. Осторожнее с подносом. Это кому-то говоришь, штаты, что ли? Чего? Ох, эти ваши акценты мне хреножопские. Так, там мы все осмотрели. Здесь какой-то мурло на коне с рогом. Опа, мы тут еще и не были. Конечно, погрей мушки. Давай. Расшифровывай давай. Ох ты, блин. Монетка каприз. Еще раз? Так много всего интересного? Да послушай, послушай. Что он там слышит? Такая акустика шикарная, да? О Барлисианском театре, обратно-таки. Понятно. Герцог Шармон. Опять-то мурло на коне. Кто это такой? Кардилус Дракон. А, это да, дракон. Понятно. Так, так, инквизитор. Дорогой гость моего племянника, как любопытно. А ну-ка, что мы тебя разузнаем? Гаспар ваш племянник?
А что ты заметил такой подозрительный, а? Моя племянница Флорина со мной весь вечер не разговаривает. Сучонок. Твой племянник Он старший сын моего брата. Гаспар всегда был непростым ребенком. Никогда не делал, что ему говорят. Его воспитывали как принца. Всю жизнь мы ему твердили, что он станет императором, что это судьба и его долг, и что теперь ему остается делать, как не бороться за свою судьбу. Ах ты, сучонок, ты его еще оправдываешь. Если вы надеетесь на оценку ситуации, изучите. Это война. Она жестока, ужасна и порой необходима. Больше мне ничего сказать. Ну, пошел в жопу. Прямая дорога, типа. Покедова. 82. Странно. Мне дали 25 расположений. У меня было 77. Либо я считать не умею. Либо что-то странное. Зал героев. Тут есть дверки, которые мы не можем открыть. И очень зря это делаем. А ну-ка послушай. Опять шепот. Уже новую фразу выучи, а? Кстати, да. Мне нужен ключ от императорского крыла. Ладно, что ли, пойти на метку с заданием? Это к Лилиане, я так понимаю, она меня ведет. О! А нет, здесь закрыто. Так, где я тут не был? Здесь можно было походить? Там везде закрыто было. Ну ладно. Давай сходим. Может, теперь открыто? В конце концов. Так, так, так. Что тут у нас? Глава новой инквизиции, легендарный вестник веры. А, вот где ты, наконец-то тебя нашел. Вырванный из хватки тени дланью самого Андраста. Что же могу привести столь возвышенную персону в императорский дворец? Хотелось бы мне знать. Вы сами это сознаете? Я знаю. А что надо, слышь ты, чернявая? Я не помню, как эту тварь звать. Морриган, точно. Меня еще называют советница императрицы Селины. А, вот что она боится ее. Вы были очень заняты весь вечер. Обшарили каждый темный уголок дворца. Да, работа. Возможно, мы с вами выслеживаем одну и ту же добычу. Хочется надеяться. Хороший вопрос. Вы следили за мной? Хороший вопрос. Я не знаю. А вы? Вы уклоняетесь от ответа. А ты уже, кажется, приложила в бутылочке. Разумное стремление, особенно в этом месте. Недавно я обнаружил и убила незваного гостя в этих самых стенах. Тевинтерского лазутчика. Так что я предлагаю вам вот это, инквизитор. Ключ, который я нашла у убитого Тевинтерца. Не знаю, от какой он двери. Если Селина действительно в опасности, я не могу покидать ее надолго. А вот вы можете. Пойдемте со мной. Я знаю, от какой он двери. Я догадываюсь, я возле той двери только что был, по-моему. Я знаю, от какой он двери. Пойдем со мной. Если хотите все разузнать, пойдемте вместе. Не могу. Селена требовала быть сегодня рядом, и, видимо, у нее есть на то веские причины. Будьте осторожны, инквизитор, вокруг враги. И далеко не все они с Тевинтера. Назревает что-то интересное. Да, я надеюсь.
Уж пускай назреет, то у вас тухлый бал какой-то. Не, ну там есть, конечно, одна оргия, там люди собираются туда, подтягиваются раз в час. Но это все. Я почти уверен, что он на твоей двери. Вот почти. Но нет. Пойти, что ли, туда, куда указывает? О, он на той двери. Да хватит уже трындить. Где-то там дверцы еще есть. А там у вас что такое? А, мы там были, зал героев. А это дверь вообще? О, ну а кто же знал-то? Обана. Разведка в Хламшрале, блин. Внуки императора, все дела и все понятно, в общем. Великий герцог Гаспар. Давайте посмотрим. Кто у вас за двери здесь закрытые такие? Подожди, там была какая-то одна дверь? Или вот это она и есть? Да? Думал, что знаю, но на самом деле ничего не знаю. Хм. Здесь мы были. Ладно. Побегаем. А что это такое? Тут этого не было. Шляпа раз... Нашего инквизитора. Вот же суки, а! Нашего разведчика грохнули. Печка. Хоп! Ну, тут мы все сделали. Спускайся давай. О! Как у него это получилось? Просто вот как он мог... Ай! О. Больше статуэлок Гал. Дориан? Как мне все знакомо. Не удивился бы, возникни в толпе матушка. Спасибо, что ты здесь. Спасибо, что ты здесь. За то, что подверг себя испытанию пышным убранством и экзотическими винами. Не любой на это согласился бы, я хочу сказать. Нет, правда. Они, глядя на меня, так морщат носы, будто я воняю тухлой капустой. Может, так и есть, Дориан? А... Нет, хотел мешать. Я за то, чтобы остановить их храмовников. О. Правильно я расслышал? Вам хотелось бы лишить храмовников силы и влияния? Тогда, возможно, у вас есть храмовник. А разве вы не нанимаете их в качестве рядовых членов Инквизиции? Кто-то должен напомнить им. И напомнить решительно. Разумное решение. Я свяжусь с леди Соловей. У меня есть возможности, которые могут быть вам интересны. Мое почтение. Завербованный агент. Влияние плюс один. Надо же. Гаспар тратит свое время. И не он один. Я не слышал. По-прежнему нельзя, да? Распоряжение дворя ухудшилось расположение. Скорее всего, это результат слишком прямых или неосторожных действий. Двора пусть слишком низко вас выгонят с бала. А чего раньше-то не сказали, алло? Такие вещи надо сразу говорить. Мол, не балагурь. Добрый. Ну, мы с тобой базарили, да?
Понятно, понятно. Слышите, вы двое? Откуда здесь? Чего это не заносится в хронику, блин? Ну, с этими шепчущими мы разобрались. И там вроде ничего. Пойти, что ли, с Лилианой поговорить? Пойдемте. Не знаю, где эта дверь может быть. От которой мне дала это... Мортимер дал ключ. Морриган. Слушайте, это прям один-один Варик. Лорд Марселин. Comte de Travers and his wife, Lady Elodie, patroness of the artist Chantal Valroyo, and Sir Bastien Vauquelin. Maximilian swept me at my feet. It was sad. Lord Inquisitor. А теперь ты со мной говоришь? Заметил что-нибудь интересное? Ну, слишком мало императорской стражи сегодня, дорогуша. Жаль, они так украшают залы. А что о бале думаешь? Да. Тебя хлебало какое-то парафиновое. Обречено на неудачу, конечно же. Сильнее об этом известно. Но это, по крайней мере, любопытно. Я такого зверинца при дворе и не помню. До свидания. Лилёк. А ну-ка. Сколько тут ужасных костюмов. У меня есть кое-что. Да. Эй. Молодец. Искали нам Матрингели. Леди Флёр. Мы же говорили. Но будьте рады. Ее имперское величество, к сожалению, сейчас очень занят. Я кое-что обнаружил. Насчет Гаспара. Да, понимаете ли. Много говорит инквизитор. Очень много и громко. Позвякиваю мечом. Ну ладно, раз мне интересно. А если... My investigations turned up something interesting. It concerns Ambassador Briala. Слуги и шпионы. Traded every part of the Winter Palace. This is extremely alarming, Inquisitor. Да ты что? She could be spying on our every word. Во-во. Да. И она еще переговорщиков грохает. And Gaspard, and forged documents to both sides. Понятно. Какая низость. Да-да, да. Гнать ее поганой метлой. Ладно. До свидос. Да. До встречи. Это обязательно. Ну что ж. Я думаю, мы здесь и завершим. Тем более я уже аж охрип от этих вот всех трындежей. Вот возле нее и завершим, наверное, эту серийку. Морда льва у нее на спине. Вот, ну что ж, мы ни хрена особо не продвинулись там. Немножко что-то узнали и Морриган повстречали. Ну, это такое уже. Вот, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!